somewhere inside haunting. Like a drug I keep on wanting. There's a love that fits so perfect it's hard to believe. There's a reason I can feel my heart stop beating. Итак, первым же делом, как приехала сестра, через час мы отправились на улицу гулять, и я хотела показать своей сестре окрестности, где, в принципе, я живу. Она тоже снимала влог, а еще мы с собой взяли совку. На улице была достаточно неприятная погода, дождь со снегом. Семья уток. Ну жестко, это уже, знаешь, десятерно. Далее я пошла показывать своей сестре школу, показать обстановочку вообще, и ей все понравилось. Ну и потом, конечно же, мы зашли в магазин. Как же без него? Мы пошли во Вкусвилл. Такая смешная. Ой, холодный, да. А у тебя еще... Также в первый день мы вечером пошли кататься на горке. Как же без них? Да. Милан, что можешь сказать? Я могу сказать, что я очень сильно переживаю, потому что эта горка выглядит... Милан! Милан! Также Дарина пела... И танцевали. Так вот прошел наш первый день. На следующий день мы с моей любимой сестренкой отправились кое-куда. Она очень сильно переживала, но чуть-чуть попозже узнаете, куда мы поехали. Давай. Че? Я волнуюсь. Почему ты волнуешься? Потому что... Они еще не знают, куда мы едем. Чего ты волнуешься? Расскажи. Я еду к любви всей моей жизни. Она из Украины же улетала, специально в Украину. Ну, вот, смотри, ты синим горишь. Билет улетает, а хочешь... Я так счастлива. Без обеда. Это нет. Называется фотоарт. Как? Здесь, по-моему, нет такого названия. Нет, есть. Здесь этот как... Пойдем, Варя. Ой, блин, я умираю, мне кажется. Живем. Немного открою секрет, мы приехали в фотостудию, чтобы сделать с кое-кем фотографии, но перед этим решили зайти в Пятерочку, потому что мы приехали достаточно рано, у нас еще есть час, мы поэтому решили взять себе какие-нибудь батончики, попить, потому что съемка будет достаточно долгой. Просто посмотрите на мою прическу, я как шарфик. Мы пришли в ту самую Пятерочку, в ту самую Пятерочку, ребятки. Очень рада. Тут есть игра. Детская. Тут всякие сладости. Это детская еда. А это Дарина. Дарина рядом с детской едой. Мы возьмем вот такие вот две штучки. Еще за соком сейчас идем. Осторожно. За соком пришли. Давай сок даришь. Я, наверное, вот буду добрый. Добрый. Ой, тут есть вот это. Ты любишь томатный? Да, обожаю, кстати. Он очень густой, жидкий.
я не вижу. Мама я туда его солит, перчит, я так тоже, делает. Я тоже. Как это, как... А тебе, блин, у вас надо было дома бакилы или пакеты взять? А тебе бакилы дадут по-любому. Да? Ну, и здесь. Мы пришли в дамскую комнату, и сейчас... У меня руки дрожат. Ты слышишь голоса? Да. Сейчас мы ждем. Сейчас мы пойдем... Уйдем отсюда. Что ходит? Татуишки сделали, кстати. Да, такая вот. Мы сделали все татушки. У меня полулуна. Вот. А твоя рука? А у нее полная такая. Ну, потому что она старшая самая. Мы уже пришли на фотосессию с пацанками, с Беллой и Костей. Это они участвовали в шоу «Пацанки» в 5-м сезоне. Мы с Дариной достаточно давно за ними наблюдаем, и нам очень нравится их творчество, и вообще они сами очень комфортные люди. После съемок мы очень сильно устали, но мы решили поехать в Океанию. Здесь стоит вот такая вот красивая елочка. Она просто замечательная. Каждый раз, когда мы сюда приезжаем, я просто в шоке. Дарина тут фотографирует. Сейчас пойдем внутрь. Зашли в магазин. Дарине очень сильно понравились вот эти татуировки. Она очень сильно их любит. Она долго искала татуировки со словами, и вот мы их нашли. Сейчас она, наверное, скупит здесь все. Итак, сейчас мы идем еще что-нибудь посмотреть. Да, Дарина? Какой модель? Чехол на 400 Pro Max. 400 Pro Max? Да. Пойдем. 400 Pro Max. Да? Да. А ты меня спрашиваешь. Внизу отказ, лицо, светящийся мотив. Блогеры? Да. Можно селфи-паузку? Удобно. Не, блогер. Есть. Есть уже. Шоколадница. Второй. Помню, в шоколадницу последний раз ходила в... Шоколадницу? Да. Ходила с тобой, с Софой и с Тоддой, когда приезжала в Узбекистан. А ты не такая шоколадница или такая же? Мне кажется, такая же. Чем они отличаются? Ой, что это сток ма... Дарина! Ты не пьешь газировку, поэтому мы уходим отсюда. Да их здесь нет. Ой. Это просто по приколу поставили или что? А здесь играется. Здесь играется. Или? Здесь как твой палец, как мышка, типа. Давай. На мой тоже мне сними. На 20 раз. Дай. А мне сколько? Ой, а мне не 12? А мне больше лет? Ну ладно. Фариза. Рисование, найди пару, крестики, анварики. Давай ребусы. Давай. Так, да. Слива, бабочка. Подожди. Дуб. Дуби. Пойдем. Мы уже едем домой. Уже едем, да. Почти.
уже очень поздно, 11 часов. А мы еще должны финал посмотреть. Блин, да. Пацаны. Нам еще нам финал пацаны смотреть. Липтон Хилл. Здесь очень красивая елочка. Я вам показала ее уже, но она очень красивая. А мы еще вышли, и снег шел. Сейчас он уже сколько закончился. Видите, у меня на волосах. Really? Он. Да-да-да-да. Really? Каждый день одно и то же. Really, 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 really. Seriously? Девочка с постера попялилась. Мы с Дариной решили приготовить наггетсы, купили сухари для панировки, вот подготовили сковородку, 2 яйца нам нужно, куриная грудка и масло. А, еще мука. Сначала подготавливаем, разбиваем 2 яйца в тарелку, в другую тарелку насыпаем муку и в еще другую тарелку, то есть все в отдельное нужно, насыпаем сухари. Мука, сухари. И яйца. И мы с Дариной нарезали куриную грудку вот таким вот образом, как прям наггетсы. И я поставила разогреваться сковородку. Смотрите, дети, теперь начинается очень сложная инструкция. Сначала мы обмакиваем нашу грудку в яйце. Мы обмакиваем сюда, потом мы обмакиваем потом вот сюда. Муку обваливаем. Я учу. А уже затем мы опять в яйцо. И потом сухари. Я, к сожалению, не засняла уже, ну, когда у нас наггетсы были готовы. Видимо, я забыла, потому что мы хотели все сделать до прихода родителей и как бы торопились. Но они получились безумно вкусными. Дарина меня научила готовить их. Потом вечером мы сели смотреть финал 7-го сезона «Пацанок». Я нашла все силы поделиться своей болью. Расскажи, посмотри, девчонки открываются, они с тобой. На самом деле мы болели за каждую девочку и за каждую из них переживали. Победительницей проекта «Новые пацанки» и обладательницей «Золотой броши» становится... Кира Мишель. Все, ребята, на такой... хорошей ноте я буду заканчивать это видео. Спасибо всем, что остаетесь со мной. И наверняка это видео уже выйдет после Нового года. Поэтому я вас всех хочу поздравить с новым 2023 годом. Спасибо, что вы оставались и остаетесь со мной. Что приходят, подписываются новые люди. Мне безумно приятно. Я вас всех очень люблю. Благодарна вам за то, что вы у меня есть. В следующем году, я надеюсь, я буду еще больше продвигаться, продвигать свой канал и буду радовать вас новыми видео в Телеграм-канале, в Инстаграме и в Ютубе, а может быть даже и не только. Всем спасибо вам, и я вас всех очень люблю, и до следующих встреч!